Еще одно резонансное происшествие минувшей ночи. В Чебоксарах нетрезвый водитель, скрываясь от сотрудников ГИБДД, совершил ДТП со смертельным исходом. Трагедия произошла в новоюжном районе Чебоксар на перекрестке улицы Хузангая и проспекта 9-й пятилетки. Незадолго до происшествия экипаж ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-2112. Незаконные требования полицейских водитель проигнорировал. Тогда стражи порядка передали ориентировку на него всем нарядам, дежурившим в городе. Требование остановиться другого экипажа водитель снова проигнорировал и попытался скрыться. Момент погони отчетливо зафиксировал видеорегистратор, установленный в полицейской машине. Столкновение с иномаркой было таким сильным, что пассажирка ДО скончалась на месте происшествия, а водитель в тяжелом состоянии доставлен в БСМП. Различные травмы получили предполагаемый виновник происшествия и его 20-летняя пассажирка. Как выяснилось позже, за рулем ВАЗ-2112 был 28-летний молодой человек, ранее лишенный водительского удостоверения до июля 2014 года. Медицинское свидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что это далеко не первый его вояж за рулем в пьяном виде. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия инспекторов ДПС признаны правомерными.